Тебе что-нибудь интересное приснилось? Да нет, так, гудок. Все, кажется, на работу пора. А я опять изо всех сил старался, чтобы мне приснился белый дельфин. Но никак. Досадно. Плохо, значит, старался. Думаете, я и не слыхала, как вы это получите? Жу-жу-жу. Мы книжку читали про дельфина. Обсуждаем. Обсуждаем. Умываться вы лучше шли. Нет, отец, что страшнее, тайфун или десятибалльный шторм? Ну, это как на чей вкус. Нет, говори. А вот если бы ты был путешественник или пират, и тебя бы спросили, выбирай, тайфун или шторм, что бы ты выбрал? Ясную погоду без осадков. А я бы шторм выбрал. Ну что, шторм. Шторм, он, думаю, поприятнее. Дельфины, умываться? Деду пора на рынок съездить, да смотри, дрожжей не забудь купить. Я тебе на бумажке записала. Дедушка! Рыбкам! Корм рыбкам не забудь! Мама, мамочка, купи мне этих полосатеньких. Из самых интереснейших обитателей комнатного аквариума. А чем их кормить? А барба питается живыми циклопами и сухой дафней. А это скаляры. Родина их в Бразилии. Бассейн реки Амазонки. Ведь это надо. Какая мелюзга и куда забралась? А это что такое? А это рыба-кардинал. А вот это вот серенькая. А это гурами жемчужные. Их родина Малайя, Суматра, Борнео. Они строят себе гнезда на поверхности воды из пены. Из пены? А вот в газете один себе дачу построил из пены. Верно, из пивной пены. У вас есть для них корм? Конечно, у нас для всех рыбок есть. Ну, а скажем, есть ли для дельфина, тоже есть. Вас интересует корм для дельфина? Да нет, я уже купил. Смотри. Наш старик. Верно. Пошли. Привет! Свейки! Свейки! Куда это вы, ребят? Завтра в лагерь выезжаем. В палатках будем жить. На берегу моря. А это далеко? На велосипедах один перегон 60 километров. Сосновая гора, шикарное местечко. Солнце, воздух, рыбаки и больше никого. Счастливые вы, ребята. Солнце, говорите, и море. А здесь дождик. Двинулись с нам. Да ну, а что? Сосновая гора, солнце. Мы в 8 в воскресенье уезжаем. Сбор на площади под часами. И много парней из нашего цеха будет. Понял. 8 на площади. Буду. Так что ты, пожалуйста, не удивляйся. Я пришел к выводу. Пристали, главное дело, уговаривают, даже неловко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и уговорили. Ребята все вроде свои, заводские. Воздух там, понимаешь ли. Так что я пришел к выводу, ты не удивляйся. Да я и не удивляюсь. Я боялась, что ты сделаешь что-нибудь похлеще, вроде кружка любителей подводной охоты, что ли. А где Володя? Володя! Это просто удивительно. Старый человек кажется не глупый. Пускай я им не компания, потому что они взрослые, пожалуйста. А сам-то он им компания. Мог бы хоть для вида предложить с ним вместе поехать. Может быть, я бы сам отказался. Хотя, едва ли. Thank you.
50 километров. Вот что значит выезжать в 6 часов утра. Слушай, Бубик, а? Мы ведь выехали из города в 6 утра. Так. А старику сказали, что в 8 выезжаем. А? Ну, мы же сперва собирались-то выезжать в 8. Ага. А ты думаешь, он действительно хотел? Кто хотел с нами? Да там один из сборочного. Отстань. Парень? Да, парень. Парень? А какой? Какой? А я его знаю? Да нет. Этот парень еще в прошлом году на пенсию шел. Ясно? Что? Ревал! У вас со стариком вышло. Нехорошо. Девушка, девушка, да что там случилось? Да ребята напутали. Напутали? Да, пригласили старика, уехали, не дождались. Нескладно получилось. Прямо из головы вон. А ты уверен, что он серьезно? Не знаю. После этого случая дедушка опять пришел к выводу. Объявил, что он теперь совсем старичок. И стал по утрам уходить на скамеечку, дышать свежим воздухом вместе с другими пенсионерами. Анатомин. А вы что принимаете? Да, кажется, ничего. Как? Совсем без лекарств? Как же можешь так себя запускать? Ай-яй-яй-яй-яй. Да у меня как будто, знаете, ничего не болит. Это вам только так кажется. А вы прислушайтесь к своему организму. Как только начнете прислушиваться, тут же обнаружите, что у вас ни одной жилки здоровой нет. Вот сидит голубь, а попробуйте его зажарить, окажется, что он битком набит вредным холестерином. А вы пробовали сюда надавливать? Вот здесь. О! Глупость какая. Да. Удивительно, здесь все точно описано, как это в старости у человека характер становится раздражительным, придирчивым и даже невыносимым для окружающих. Я и сам замечаю, такой у меня прежде характер был приятный, покладистый, а теперь прямо на глазах портится. Не выдумывай глупостей. Какой тебе был характер, такой и остался. Как ты можешь сравнивать? Прежде у меня характер был очень приятный, а сейчас что? Хуже и хуже. Да особенно хорошего характера у тебя никогда и не было. Ну что ты со мной споришь, когда я чувствую, вот как вот он портится? И в статье написано, что он должен портиться. Ты что, против науки возражаешь? Я тебе доказываю. Ну вот, убедилась. Кто из нас оказался прав? Да. Как это неловко. Первый раз в жизни вижу, чтобы они ссорились. Странное дело. Конечно, если разобраться серьезно, так мы с дедом не так уж хорошо знаем друг друга. Мне все как-то руки не доходили, а надо бы приглядеться к нему повнимательней, разобраться, что он за человек. Он все-таки здорово пожилой. У него, наверное, есть какие-нибудь вредные старые предрассудки. Потом мне правильно скажут. Что ж ты, брат, пионер, а не помог своему деду бороться с отсталостью?
За всю свою жизнь я себе такой безобразной грубости ни разу не позволил, чтобы ногами топать. А тут вот, пожалуйста, полюбуйтесь, до чего докатился. Что ж со мной дальше-то будет? Тебе ноготь не ушиб. Да ушиб так ей надо. Ты меня, пожалуйста, извини. Это называется... Вспышка беспричинной раздражительности. Вот тут все точно написано. Среди ночи меня вдруг разбудили. Володя, Володя, вставай, детка. Дедушка тебя зовет. Плохо ему. Заболел он очень. Боли у дедушки усилились. Он велел принести мою табуретку, чтобы ему удобнее было гладить меня по голове. Он гладил меня по голове, а я старался не реветь, хотя мне было его ужасно жалко. Дорогие мои, простите меня за все беспокойства и хлопоты. Я так часто бывал нечутким эгоистом. Бедные мои, как вы тут без меня останетесь? Трудно вам будет. А он прямо у нас на глазах все слабел и добрел, и улыбался, мучаясь от сильных болей. Бабушка заплакала, а я, оказывается, уже давно ревел. Потом он стал дарить нам свои вещи, подарил мне свой рабочий инструмент. Он раздал все, что у него было. Даже маленькие кактусы, которые стояли на подоконнике, всегда цепляли своими колючками, мешая открывать занавески. Шагом марш! А под утро ему стало лучше. Мы с бабушкой сели пить чай, а дедушка согласился выпить только полстакана с ложечки. Он ласково смотрел, как мы едим, и было видно, что ему приятно смотреть на нас. Конечно, в моем состоянии это нелепость. У меня такое обманчивое чувство, будто мне хочется кусочек ливерной колбасы. Однако чувство его не обмануло. Он поел колбасы, выпил 3 стакана чаю, порозовел и попросил принести газету. На этом бы все, наверное, и кончилось. Но соседи, разные знакомые, стали забегать к нам на минутку, чтобы дать какой-нибудь полезный совет. Мы даже слегка обалдели от всяких добрых советов, как нам теперь быть. Маленький домик в сельской местности. Никакого домика мне не нужно, а местность мне годится любая, где только поменьше родственников. Скоро мы стали получать письма от разных знакомых и родственников, и от знакомых наших родственников, и от родственников и их знакомых с советами, куда ехать дедушке. А он сердился и не желал даже слушать, когда бабушка ему читала вслух. Продается срочно недорого подходящий домик с садом. Местность хорошая, по названию Сосновая гора. Нужно сразу ехать и скорее покупать. Слыхал? Сосновая гора. Ну-ка дай-ка сюда атлас посмотрим. А ты там был? Нет, но это не важно. Великолепное место, я знаю. Вот. Вот, видишь? Африка. Нет, это не то. Нет. Это тоже не то. Вот. Вот, видишь, вот это вот берег моря. А зеленые это леса, сосновый воздух вот отсюда идет, и здесь вот смешивается с морским. Ну, чего ж можно желать лучшего? Деньги бабушка зашила повсюду, в разных местах, чтобы никто их не смог украсть сразу всех.
Чтобы они не помялись, бабушка велела завернуть их в толстую оберточную бумагу. А в случае чего скажи, что нам, ну, не к спеху, что мы можем и подождать. А когда будете глядеть, находи во всем недостатки. Да, понял? Ты, наконец, почему-то мальчишку точишь. Врать, вот он вырастет у нас лгуном и притворщиком. Да не врать, а не быть разинями. А, значит так, увидим мы там море, сейчас же должны сморщить нос и сказать, что нам не нравится, пахнет не так. Да. Капризничь, мол, зачем волны? Да не дурачься! Ты во всю жизнь свою ничего не покупала, кроме как вон в универмаге да в гастрономе. Значит, слушай, что я тебе говорю. Покупка — это вещь серьезная. Один старается продать подороже, а другой купить подешевле. У нас ведь деньги какие? Трудовые, а не какие-нибудь. Помни, трудовые сбережения за многие годы. Ладно, слыхал. Вот, видишь, это я сегодня купил. А то чем же мы будем подрезать ветви плодовых деревьев в нашем саду? Понял? Все надо предусмотреть. Ну вот я так и чувствую, что вы попадете в лапу каким-нибудь спекулянтам, либо жуликам. Либо вас обворуют, либо обведут, как миленьких, вокруг пальца. Это ничего, это очень даже хорошо, что ты хрустишь. Зато ни один жулик к тебе не подойдет, сразу все услышат. Если раковину приложить к уху, то будто слышу шум прибоя. Ее уже вынули. Ура! Третий дом с краю, где возле дома большой серый камень. Гляди, кажется, это те дома. Какой из них наш? Ты знаешь, я что-то волнуюсь. Может, нам всю жизнь здесь придется прожить. Нет, лучше я не буду смотреть. А ты как разглядишь большой серый камень, скажи мне. Вижу большой здоровенный камень.
самой-самой плохенькой, может, у него и крыша провалилась. Цела! И домик хорошенький, можно всю жизнь жить. Гляди! Наверху одно окошко, чур будет мое! Ладно! Ладно. Главное, удачно, тут есть закрытая терраска на случай плохой погоды. Как все это удачно! Свети. Здравствуйте. Покупатели пришли. Кривляка и задавака. Сразу видно. Ух, только бы торговаться не пришлось. Это мне смерть. Мальчик, не лазьте, пожалуйста, на наши камни. У нас там водятся змеи. Самое противное было, что она старалась разговаривать, будто ей целых 20 или 50 лет, а я маленький мальчик. А сама-то только капельку старше меня. Мальчик, не топчите, пожалуйста, нашу траву. Не купи. Красота! Море шумит под дождем. Чувствуешь себя, как в каком-нибудь вигваме или в геологической экспедиции в тайге. А в городе погоду просто не замечаешь. От нее никакого удовольствия. Наденешь калоши или поскорее залезешь в троллейбус, и все. Карина! Первый раз мне вдруг пришло в голову, как это так? Вот мы приехали и купим дом, а этому старику с его противной девчонкой скажем. Теперь вы уходите и больше не приходите сюда. Наверное, из-за ливня сразу сделался вечер, и стало так темно, что хозяину пришлось предложить нам остаться ночевать. Смотришь, как в магазине. Ладно. Зачем чужую печку трогаешь? А как же не посмотреть, бабушка с нас все спросит. Глядеть противно. Что это за альбатрос? Баркас? Случилось с ним что-нибудь? Баркас не вернулся с моря. Он небольшой такой. Шторм на море, ему совсем нечего делать. Он был пассажиром или с грузом? Вася рыбу в город возил. А обратно, оказывается, самовольно каких-то отдыхающих прихватил кататься. Правление из дома отдыха звонили. А теперь все вместе где-то пропали. Что, они даже могут в море погибнуть? Ну, нельзя сказать. Если горючего хватит и мотор не заглохнет, они еще выберутся. Что, они даже ни шторма, ничего не боятся? Ну да, этот Васька порядочный дурак. Я говорю, ему в море сегодня делать нечего. Вы говорите, выберутся. Альбатрос говорите. Как же, я это знаю. Что дело в моторе?
открытом море мотор не заглохнет. Порядок. Заглохнет. Все. Да-да, это я понимаю. Все дело в моторе. Так, значит, Альбатрос ему название. А тебе не все равно? Да и дед, все равно. А бывает, знаешь, выпускают серию судов, называют их именами городов или рек, а другие птичьими именами. Баклан, Альбатрос, Чайка или Пингвин. Фальшиво. Неправда, я вот так свистел. Нет, вот так. Не смейте, пожалуйста, у нас плеваться, мальчик. Хотите, я вам помогу? Нет, не надо. Это вас совершенно не касается. Это наше личное дело. Просто мой дедушка решил, что до отъезда мы должны все привести в порядок. Чтобы те, которые тут будут жить после нас, вспоминали нас добром. Это я только ради дедушки делаю. Мне-то лично хотелось, чтобы они все лопнули. А что, вам не хочется отсюда уезжать? Мне бы не хотелось. Мне у вас тут очень нравится. Местность красивая. И потом море. Местность, море. Подумаешь, все это мальчик приедается. Так приедается. А мы вот продадим дом и уедем к моему отцу. Он крупный генерал, и он живет в казенном доме. Это большое удобство. И у него есть служебная машина. И казенный сад с казенными фруктами и ягодами. И собака служебная, янычар. А теперь, пожалуйста, отойдите, мальчик. Вы мне все время заслоняете солнце. Алло! Алло! А, это ты? Это я. Да хорошо доехали, здорово. Ты слушай. Домик подходящий. Местность здесь все равно, как в раю. Море. Да ты что ты? Это я тебе говорю. А с хозяином я держусь, знаешь, как... Непроницаемый, я ему и
Виду не показывай, что уж очень нравится. А? Ну вот придется еще на денек задержаться. Да, понимаешь, дело-то очень серьезное, а я действую осмотрительно. Что ты смотришь? Да это он самый и есть. Стойте, подождите, стойте! Подожди. Ты знаешь, кого мы только что встретили? Понимаешь, мы в поселке встретили. У телефонной будки, там он здесь. Да, кого вы там встретили? Не толкай меня. Ну, этого самого деда с нашего завода. Он оказался старым мастером. Что? Старик здесь? Да. Смотрите, смотрите, альбатроса на вашире притащили. Видно, господа. Что он вот? Чуть не утонули. Смотри, какой ты. Это как? Спасатель его на буксире притащил. Васька, капитан. Эй, Васька, на буксире! Ишь, как завидно. Верно, пробоины получили. Еле-еле выдержали. Нечего на дурака смотреть. А ты зачем прибежала? Так, соскучилась одна, обедать пора. А эти приезжие? Покупатели. Ну да, ты им не предложила поесть? Стану я им готовить. Тебе нечего на них сердиться, маленькая. Они ни в чем не виноваты. Здравствуйте, люди. Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через 2 недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства, прекрасно зная, что ни одного врача в поселке нету. В январе будет ровно 3 года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нету. Выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас тут унитаз есть, коляска есть. Добрые люди подарили. Но на улицу мы не ходим, так как живем на 5-м этаже. Мама грузная, и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванной. С горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее, и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание. Здоровья вам и вашим близким. Между прочим, мальчик, если ты будешь обижать эту собаку, когда мы уедем, я это все равно узнаю. Я вернусь и тебя убью, понял? И всю жизнь буду тебя презирать. Брось ты расстраиваться. Зачем же я ее буду обижать? Мне самому все собаки ужасно нравятся.
Пускай даже какой-нибудь самый урод. Я все равно их всех сам люблю. А эта собака, очень красивая собака, даже очень. Она, по-моему, даже породистая. Не подлизывайся. Ничего не породистая, а умная и добрая, и лучше многих людей. Правильно, я и говорю, она мне очень нравится. Сразу видно, что понимает. Не подлизывайся. А в крайнем случае, если ты мне не веришь, можешь взять собаку с собой. Куда? Ну, куда вы едете? К Янычару. Ты это серьезно? А что? И ты всему поверил, что я тебе наговорила, и не подумал, что я просто так тебе вру. Может быть, поверила, может быть, и нет. Значит, Янычара нет, да? Казенный. Ничего нет. Оставь ты мне в покое. Тебе даже соврать не интересно, потому что ты всему веришь. Подожди-ка. Объясни мне, пожалуйста, по-человечески, а то я запутался. Зачем же вы тогда продаете дом и уезжаете, раз так? Затем, что нам деньги нужны. Вот зачем. Это ты можешь понять? Конечно, могу. Вот вдруг так получилось, что нам понадобилось много денег. Очень срочно. Поэтому и мы так дешево продаем. Вам повезло. Можете радоваться. Я ни капельки не радуюсь. Нет, вы покупатели с твоим дедом. Вы должны радоваться. Зачем же ты мне раньше не сказала? А что бы ты сделала? Я бы сказала своему дедушке, что нам никакого дома не надо. И что я не желаю, и не буду, и считаю... Действительно, девочка правильно сказала, противная рожа. Верная правда, похожа на покупателя. Тут уж мне все на свете опротивило, я не захотела никакого дома. Ну что ты вот-то прилип к окну? Пошли, пошли. Дед, давай едем отсюда. Здрасте, а как же дом? Да ну его, не станем покупать. Противно мне все это. Не желаю, чтоб нас называли покупателями. Эй, ты, да вообще-то это и есть немножко противно. Ты насчет цены разговору не было. Он, понимаешь, стесняется, я с ним стесняюсь. А что делать? Надо. Пускай дом у них останется. Не будем покупать, дед, а? Чудак человек, мы не купим. Да кто другой у них купит? Им-то от этого легче не станет. Ну пусть другие, все-таки не мы. Дедушка миленький, ну поедем домой. Ну не глупи, не глупи. Ладно. Вот ты какой. Просить больше не буду. Вот сяду и уеду один домой. Денег как раз на полдороги хватит, а там пешком пойду. И ночевать буду прямо в поле. И пускай заболею. Вот тогда будешь знать. А это настоящий? А у нас все настоящее. И штурвал настоящий, и винегрет настоящий. А вон там сидят за столом, это матрос, тоже настоящий. Здравствуйте. 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 Пора на вахту. Вот слышь бы знает. Да, морской пес. Он не любит, чтобы долго на берегу. Сейчас скорее обратно на корабль. Как бы там без него недосмотра какого не было. Осмотр. Это моторист Альбатрос. С Васькой гуляют. Рады, что из шторма выскочили. Васька, капитан Альбатроса! Конечно, капитан. Ты знаешь, насчет чего я думаю? Вот кораблик этот Альбатрос, верно? Как все люди переживали, невеселые ходили. Ты заметил? А сейчас вон на гармошке играют, радуются. Это душевный, хороший народ. И за кораблик тоже радостно. Тебе радостно? Ясно, здорово. О, является Васька тут твоим мотористом.
А вы помните этот момент? А это еще что за молодежь? Отдыхающие из дома отдыха. Вместе на баркасе тонули. Привели угощать его за подвиг. Две минуты, когда среди бурных волн... На выстрела, не минуем. Это он, не покидая штурвала, за несгибаемое мужество. Спасибо ему! Ура! 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 А в чем разговор? Ну зачем из мухи слона устраивать? Самые обыкновенные будни нашей моряцкой жизни. А молодец. Я думаю, еще. Володька, бесчувственная твоя душа, это понимать надо. Вот эти вот люди, они только что от смерти спаслись и радуются. Такое ведь не каждый день увидишь. Возвращение! Альбатроса! Нашего капитана, который... Володя, все к слову не приходилось тебе объяснить, ведь двигатели-то эти, это нашего завода производства. Наша работа, понял? Вся наша первая и послевоенная серия, вся она пошла на эти суда с птичьими названиями. Баклан, Альбатрос, Гагара тоже. Все в нашем цеху собраны. И даже вот, вот этими вот самыми руками. Завод в войну сильно разрушен был. Чуть ли не вручную работали. Ведь сколько лет прошло, я вот и то уже того. А моторчик, пожалуйста, выручает из беды людей. Это мне вот как праздник, честное слово. Албатрос! Ура! Ура! Как ты думаешь, это не покажется как-нибудь нетактичным, если я к ним сейчас подойду? Они как раз собираются в честь Альбатроса. Сиди уж. Я вставлю всего только несколько слов к месту, ведь я же не про себя буду, а им это будет приятно. Это же взаимосвязь нашей жизни. Будьте добры, маленькую рюмочку, поменьше. Половиночку. Извините, друзья. Ну что такое? В настоящее время я пенсионер. Поздравляем. Ну, не робей. Давай веселей, давай. Можно повеселей. Хотя в настоящее время я пенсионер, дорогие товарищи. Понятно. Нальем папаше. Папаше тоже тяпнуть охота. Ну. Ну и черт с тобой. А почему? Да потому, что он есть двугорбый верблюд выпуска 49-го года. И полное утиль сырье. Волна вот, а у него у старого черта мотор пошел чихать да глохнуть. А, понял? Вот этого хочешь? Нет. Вот и говорю. А потом он у нас и вовсе начисто заглох. Это ты про свой мотор? А то про что же? Говорят тебе, допотопная шарманка. Приятное было ваше положение, кабы наш Ирвин вас вовремя не подобрал. А вам на таком броненосце легко говорить. А наша корыта этот Альбатрос. Я давно уговариваю председателя списать, камнем нагрузить, да и утопить от греха. Чего хлопотать? Ты его и так утопишь в другой раз. А ты бы что делал, когда мотор в море заглох? Говорят, тебе барахло допотопное. То ли дело тебе реактивный двигатель на крыльях. А зачем это мальчишки в кабаке? Разве это мальчишкам место? Мальчик со мной.
А, это который с рюмочками по столам ходит, да? Ты глупый, грубый глуп, вот ты кто. Давай, давай отсюда со своим поводырем. Отсись, нечего тут по столам ходить. А ты чего же это? На нас сердишься, а постороннего старика обидел. Пускай ты герой какой угодно, а все-таки ты свинья. Пошли. Да сейчас, конечно, нечего. Ведь я его помню. Их встретились, как тебя затопило. Ну, чего тут глядеть? Пошли. Чего на ветру тут стоять? Он бы и рад бы всплыть, да не всплывет. На буксире его сюда привели, а сам бы захлебнулся. В море мотор заглох. Это не шутка. Стоит тебе расстраиваться. Захлебнулся. Живой он, что ли? Ну, пошли, дедушка. Я что ж, я ничего. Всякой вещи свой срок, и всему на свете свой срок. Скажите, пожалуйста, здесь не был один... Пожилой. Не здешний. Приезжий. А старичок с мальчиком? Да, вполне возможно, что с мальчиком. С мальчиком был, недавно ушел. Расстроили его. Да брось трепаться. Никто старикашка не обижал. А вам-то что до этого? А это наш старик, ясно? Тихо. Не обидели? Вон товарищи матросы правильно сказали. На них ожесточились, а на старом человеке сердце сорвали. Герои-утопленники. Мы этих героев на буксире приволокли. Там они потише выглядели. А я все же не пойму, что случилось с нашим стариком. А вам что? Это наш старик. Ваш? Ясно. А сами вы кто такие будете? Если хотите познакомиться, конечно. Ну так, рабочие. А мы так, моряки. Сырмина? Да. Очень приятно. Да я и сам не понял. Так ничего особенного не произошло. Чудаковатый папаша. Они тут за Альбатрос стос поднимали. А он почему-то воодушевился, подошел к ним, стал что-то говорить. Они взяли ему нахамили. А где сейчас этот баркас? Пошли с нами. Мы покажем. А где он пришвартован? Вон там. Залило его порядочно. Так это и есть тот самый Альбатрос. А, могучий корабль. Я только не могу представить себе, как это наш завод выпускал когда-то такие пихтелки. Чудаки. Смешно прям. Представить не можешь. Да. Смешно. Да, смешно. А вот ты себе представь на минутку. Вот эти наши мощные двигатели, которые мы ставим на океанские суда. Ну? Лет через 20 тоже устареют и будут казаться слабосильными двигателями. И вот придут однажды вечером два молодых человека. Что, что? Да-да. Посмотрят так на океанские буксиры, скажут, смешно. Неужели в то время выпускали такие пыхтелки? Да. Думаешь, через 20 лет? Может. Может, через 30. Я не знаю. Да, могу себе представить. Хотя слабо могу представить. Ну и что из этого? А то, что мы не чудаки. И те, которые 20 лет назад строили этот корабль сразу после войны, тоже не были чудаками. А скорее всего были старыми, славными мастерами. И если бы не их труд, не было бы у нас сейчас ни заводов, ни дизелей, которые мы выпускаем. Смешно? Да нет. А. Может, ты насчет нашего деда думаешь? И о нем, конечно.
Что же мы будем делать? В общем, двинулись обратно в лагерь. Приведем ребят на Альбатрос, посоветуемся, решим, что можно сделать. Эй, толстяк, погоди спать ложиться. Дело есть. Какое еще дело? Идем на ходу расскажем. Еще одного слесаря нужно. Эй, Янис, ты не спишь? Уже не сплю. Ну, тебе здорово повезло. Эй, ребята, вставайте. Шагай с нами. Где нам сейчас электрика найти? Да где угодно. Их на танцплощадке сейчас полно. Пошли. Тихо. Ребята, нужен один электрик. Зачем? Кому? Когда? Сию минуту. Пустяковая работа, дело на одну ночь. Ладно, я пойду. Я тебя не пущу. Отлично, иди сам. Я его не пущу. Да вы понимаете, что мне нужен электрик, а не электропара. Да перестаньте вы танцевать, когда с вами разговаривают. А мы пойдем только вместе. Ну, раз вы можете только вместе, валяйте вдвоем. А что с ним случилось, с этим альбатросом? Мотор заглох в открытом море. Люди чуть было не погибли. Это я понимаю. Но почему именно мы? Сюда смотри. Вот. Наша марка? 1949 год. О, старина какая! Что же вы нашего деда не повидали? Говорят же, нет. Завтра утром обязательно найдем. Во что бы то ни стало. А знаете, он очень симпатичный, по моим воспоминаниям. Когда я к нему в цех пришла, я совсем девчонкой была. Ну, совсем. Ну, не может быть. Правда, совсем? Теперь даже вспомнить смешно. Я все мелкие детали называла шпунтики. С ним прямо худо делалось, когда он это слышал. А какой он терпеливый был. Молодцы, электрики! А вы как думали? В каком виде мотор? Ну, где ж было ему к мотору отвлекаться? Трубочист, барахольщик. Опять ложусь. Не жилой здесь, а с тобой отвезю. Надоел. Домой хочу. Завтра поедем, не буянь. А то хозяин подумает, ты грубиян, мальчишка невоспитанный. Чего нам здесь дожидаться? Ну, оставь ты меня в покое. Нельзя ж все бросить. У нас тут дело серьезное. Не калоши покупаем. Закончим все и поедем. Завтра поедем. Да дай 60 копеек. Это зачем? На автобус. Глупый ты человек. Ложись и спи. Ишь-то какой. Прямо как бабушка учила. Нашел, к чему придраться. Сейчас еще торговаться начну. Уйду. Пешком уйду домой. Да, обои уже старые. Все собирались начать ремонт. Ну что вы, обои. Обои мелочь. Да они еще и послужат. Главное, комнаты у вас хорошие, дом крепкий. И местность здесь прямо как в раю. Море. Слыхала бы бабушка. Спасибо, хоть не хитрит, разговаривает по-честному. Интересно было бы дождаться, посмотреть, придет девочка сегодня кормить мышонка или нет. Надо постараться не засыпать. Thank you.
Извините, все вас беспокою. Очень красивая вещь. Что это вы сейчас играли? Так, песенка. Очень приятная музыка. Нет, я плохо играю. Так, по слуху. Может, от скуки. Если вас не затруднит, мы бы с вами чайку бы попили. У меня там конфетки с собой захватили. Чаю? Пожалуйста. Нет, я один даже не смогу. Может, посидим немного? Вы как, вроде меня, на пенсии? На пенсии. Жизнь-то она, значит, в общем, прошла. Диве покаюсь. Жизнь прошла. Да. Так. Незаметно это как-то, верно? Вот молодые этого не понимают, а мы с вами друг друга можем понимать. Вот человек, ну, например, я, проделал всю работу в своей жизни, закончил и сложил руки. Пускай моя работа малозаметная, не стану спорить, пожалуйста. Но ведь душа-то в ней осталась. Вы сочувствуете, что я говорю? Не знаю, я слушаю. Вот в чем дело. Который человек работает во имя АТК. А мы, как во спасение жизни, каждую гайку нарезали. Ведь который работает, чтобы ходовое испытание проскочить. А мы каждый болтик затягиваем, чтобы на 20 лет. И в том наша совесть и наша гордость, и весь мой отчет за прожитую жизнь. Я осознаю, я, возможно, просто комичный старичок. Но иной раз делается немного обидно. До того, знаете, что прямо хоть ворот на себе рви. Надоел я вам своими разговорами. Шли бы вы отдыхать, а я посижу. Пожалуй, я себе чаю налью. Вы соглашаетесь, что это комичный факт? Но в самом деле, ну, была жизнь, прошла жизнь. Так чего ж тут еще бунтоваться, да храбриться? Вот. Теперь можно еще поговорить. Да что и говорить, у каждого свое болит. Да, это вам не интересно будет. Знаете, что я вам предложу? Нет, нет, уважаемый, не уговаривай. Не согласен. Так это дело не пойдет. За кого вы меня принимаете? Не-не-не, так снова есть меня. Да нет, 700 рублей, подумаешь, важится. Да неужели мы с вами всю ночь будем спорить из-за каких-то 700 рублей? Ничего, давай еще раз. Ну, починили. А дальше что делать будем? Ничего, порядок. Знаете как? Пойдем все вместе к нему и скажем. Да... А, дорогой мастер, мы так по-свински с вами поступили. Эй, ребята. Ну? С добрым утром. С добрым утром, председатель. Ну, как у вас дела? Что вы обнаружили? Ничего. Одна тут... Черт. Что он говорит? Что мы обнаружили? А ничего, кроме подлости. Какой подлости? Какая бывает подлость? Грязь, засорение, плохая смазка. А мотор-то богатыр. Конечно, такой пожилой богатыр. При таком отношении с Винском не то что техник, любого человека вывести из строя ничего не стоит. Надеетесь пустить его в меня? Надеемся, мы работаем. Ну все, значит, уговорил.
купил все-таки дом. Уйду, пешком домой уйду. Володя, Володя. Все равно не проснусь, но живое просыпаться. Ведь видишь же, что спит человек. Хоть целый час буду притворяться, глаз не раскрою. Вы еще спрашиваете, что оформлять? А зачем вы сюда приехали? Покупать наш дом? Мы поехали, наверное, оформлять. А они купили, то есть мы. Я хотел спросить, дедушка купил? Я же говорила, это очень хорошая собака. Она добрая и храбрая, и очень любит сахар. Нужно ей давать каждый день хоть один кусочек, но я ей даю 3. Я бы давал по 5, но я не буду жить в этом доме. Зачем же вы его покупаете? Девочка, перестань говорить глупости. Будто я покупаю. Я никогда ничего не покупал и не буду покупать у людей. Теперь у нас с дедом ничего общего. Раз он меня не послушал, я уезжаю сейчас же домой. Интересно, а как же дедушка? Ничего этого я видеть не желаю. Уеду и все. До свидания. Слушай, а может быть вы не будете продавать дом? Если вы не продавали, я был бы очень рад. Правда рад? А чего мне врать-то, правда? Нет, ты правда рад? Ну ладно. Передай деду, что я ушел домой. Хорошо, ушел. А что ты пешком пойдешь? Пройдусь до вокзала, а там мне на билет хватит. Ну, счастливо сюда. Не надо, я пешком. Ну, прощай. Собака, прощай. А может быть, не станете продавать? Зачем твоему дедушке много денег? Жили бы тихо, хорошо. Он ведь старенький. Ты еще мало знаешь жизнь, мальчик. У меня есть старшая сестра Дзинтра. Она 2 года назад вышла замуж и уехала. И никто ничего не подозревал. Она всегда нам присылала открытки, что все хорошо. И теперь выяснил, что негодяй. Понял? Чего ж тут не понять? Пьяница, что ли? Между прочим, и пьяница. А чего еще? Лоды? Тунеядец или вор, да? Вроде того. Только он не воровал, а растратил большую сумму денег. Добил бы я таких! Да, но тут вопрос чести. Деньги Дзиндр должна срочно вернуть. Бабушка села на самолет и повезла все, что у нас было. Но этого мало. Надо еще, чтобы весь этот позор не всплыл наружу. Ничего, будем жить вместе с Зинтерой. Ты смешной мальчик. Ну, что ты так расстраиваешься? Возьмешь на автобус? Нет. Ну, так подожди своего чудного дедушку. Не хочу его видеть. Ну, прощай. Thank you.
Володя! Ты что здесь делаешь? Гуляю. Гуляю. Ну, я рад, что у нас так с вами получилось. Да, да. Приехал. Не везет человеку, так уж не везет. Так и сияет точно новый полтинник. Хоть бы постеснялся свою радость людям показывать. Володя, ну иди скорее, не отставай, нам ехать надо. Вернулся. Володечка, иди сюда, молочка выпей. И что разнежился? Володечка, молочучечка, не хочу. Хороший ты, псина, ласкаешься ко мне, да? Узнал бы ты, зачем мы сюда явились. Небось, не ласкался бы, цапнул бы нас хорошенько. Правильно сделал. Вот тоже, честное слово, даже хорошие собаки в глаза стыдно. Вы только не подумайте, мы все урегулируем. Да я ничего не думаю, это вы, пожалуйста, ничего не думайте. Ну, я очень рад. До свидания, всего хорошего, очень приятно было. Вроде надулся. Зато ты радуешься. Что-то оформил все это дело. Да дело-то получилось все довольно сложное, друг ты мой. Затрудняюсь даже в двух словах рассказать. Нечего рассказывать. Я сам знаю. Им надо было срочно деньги, потому они дешево продали. И нам повезло. Да? А что? В своем роде повезло. Противно глядеть, тошнит прямо, как ты веселишься. Удержаться не мог, хоть бы при людях не показывал. Им-то не так весело, как тебе. И мне до того противно и даже позорно, и я ничего не хочу. Невежа ты, и грубиян, и молокосос к тому же. Разве ты можешь понять, как серьезные дела делаются? Не можешь, потому что ты еще весьма глуповат. Имей это в виду, много ты знаешь. А я вот с хозяином целую ночь напролет беседовал. Видел. Да-с. Ну, и очень даже ловко у него все выведал. А он очень скрытный человек, этот Иванс. Ну и гордись. Да помолчи. Персон, сами билеты. Таким мелким поросятам вроде тебя про такие вещи и знать бы не полагалось. Ну, в общем, случилась у них в семье беда. Все я знаю. А муж оказался-то не ядец и негодяй. Я знаю. Подслушал, что ли? А старушка действительно понеслась туда на самолете. А еще 700 рублей сверх всего им необходимо внести было позарез. Вот и вся история. Мы с утра сегодня ездили на почту отправлять эти деньги телеграфом, так что у них теперь там все в порядке. Теперь старушка с внучкой могут выехать благополучным образом обратно домой. Нечего тебе про старушек рассказывать. Я спрашиваю, дом ты у них купил? Чего вокруг да около, филят? Вот и зачем им теперь-то дом продавать? Что, они сдурели, что ли? Он им самим нужен. Тебе говорят, деньги-то мы им послали. Откуда же они взяли деньги? Откуда? Да, вот такое дело. Ну, а впоследствии он постепенно отдаст. Отличнейший человек. Я старался смотреть в окно, чтобы не сделать чего-нибудь лишнего. Мы с дедом оба не выносим всяких телячьих нежностей.
Отец, смотри, кто там. Знаю. На 100 метров, как на финише спартакиады. Честное слово. Еще может быть такой отчаянный, залихватский дед.